Все претензии к Одиноченко Павлу. Советую начать просмотр вот с этого видео. Прокурор города Сургут Балин Леонид Алексеевич. Такого взгляда я еще ни разу не видел в своей жизни. Потратьте 45 секунд, не пожалеете. Все претензии к Одиноченко Павлу. Оригинальное видео, которое заснял самые основные из этого сюжета, можете найти на канале Сургутнадзор 2. И очень советую почитать комментарии, просто оборжаться можно. Я сейчас не буду ничего показывать, потому что там, ну, очень такие жесткие, откровенные и очень ржачные комментарии. Больше всего мне понравился вот этот комментарий. Виталий Григорьевич написал: «Антон, хорошо, что там тебя не застрелили. Ты родился в семи рубашках. Обнимаю, будь здоров». Ну, вы поймете по видео, что произошло. Мне вообще домой сопровождало несколько машин и несколько человек, чтобы меня это куда-нибудь не сдали или в лес не вывезли, как они мне угрожали. В общем, я вышел с ощущением, что встреча с губернатором ХМАО — это круче, чем прыжок с парашютом с 800 метров. Я прыгал с парашютом, я знаю, что это такое. Так вот, вот этот поход к губернатору принес им намного больше адреналина, потому что, ну вообще что-то нереальное происходило. Ты приходишь на открытую встречу с губернатором, думаешь, что сможешь задать какие-то вопросы, порешать их как-то, пообщаться с людьми культурно, вежливо, а тебе устраивают, а тебя чуть ли не расстреливают. Мне кажется, если бы у них было табельное оружие, они меня просто там вывели где-нибудь, за забором бы пристрелили просто под забором и все. Ну, благо, прямой эфир и присутствие других людей их сдерживали. Но и то они слишком много себе позволяли. В общем, читайте комментарии. Все претензии к Одиноченко Павлу. Да, Бабушкин Владимир Анатольевич, советник мэра по безопасности. Собственной персоны. Он еще как бы действующий, да? Его из полиции ушли? Нет, он еще до пенсии 3 года. Ага. И он устроился к мэру. И водителям хорошо, и пешеходам. Вот. Темпы. Владимир Анатольевич, а это не ваш сын второй? 1080. Нет? Похоже очень. На следующий год мы тоже планируем. Похоже очень. У нас шоу здесь или что? У нас здесь управляющая компания, рабочее место. Будьте добры, сюда пройдите вместе с вашим телефоном. Вы ко мне рукоприкладство применяете? Если я применю к вам рукоприкладство, то будет вам очень плохо со здоровьем. Это угроза? Это не угроза. А что это? Вы спросили, я ответил. Я пришел подать заявление. Присядьте. Что значит присядьте? Присядьте, сейчас вам дадут заявление. Вам надо, вы присядьте. Камеру, пожалуйста, уберите. Я вас предупреждаю в последний раз. Основания, да. Основания такие, что я запрещаю съемку. Вот она, трещина. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон не желаете починить? Нет, конечно, я его не разбивал. Да? То есть на видео это все подделка, да? Видеомонтаж? И сам телефон подделка. Следственный комитет дал вам? А? Следственный комитет дал тебе? Конечно, дал. Проблемы не было, да? Вот эта трещина не вами сделана. Понятно. Это директор управляющей компании ДСВЖР. А что, а мне нечего стесняться? Я телефоны никому не разбиваю. Всего у нас... Алексей Александрович, а вы не хотите сделать официальное заявление, чтобы вы никакой телефон не разбивали? Нет? То есть вы никакой телефон не разбивали? Мы разбираем все степени, которые сейчас в исполнении. На этой неделе должно было состояться первое заседание, где ответчиком выступает прокурор города. Правда, Леонид Балин не пришел. Балин, а чё ж ты не пришел-то? Чё ж ты даже представителей не прислал? Специально затягиваешь процесс, я так считаю. Если тебе нечего бояться и все твои действия законны, чё ж ты не пришел-то? Я вот пришел, я действую по закону. Официально по уважительной причине. Правда, Леонид? Еще раз, они заявляют в конце, что он не пришел по уважительной причине. Это не соответствует действительности, потому что на момент заседания 19 ноября
Есть аудиозапись, которую мы вели во время заседания. Шерстобитов, лицо в черной мантии, заявил во всеуслышание, что причина явки неизвестна. И Балин был извещен должным образом. У нас судебное заседание не явился прокурор города Сургут. Извещен надлежащим образом, причина явки неизвестна. Причина явки неизвестна. А сейчас они заявляют, что причина у него уважительная. А какая причина? Почему нам не сообщили? Леонид Балин не пришел официально по уважительной причине. Причина явки неизвестна. Решение должны принять. Что вы будете делать с этим? Я сейчас скажу об этом решении. Ой, да ладно, хорошо, сейчас вы послушайте. Пожалуйста. Здравствуйте. Действительно, там, а вы почему в суд не являетесь без уважительной причины? По качеству питьевой воды на сегодняшний день решено следующим образом. Питьевая вода соответствующего качества. Заняты были или болели? Антон Николаевич Булгаков, вы меня прекрасно знаете. Да, я тогда, когда возьму слово, поговорю с прокурором. Да, конечно. Благодарствую. Я потом вернулся, сел на самый первый ряд. Балин сидел сзади, на втором ряду. Буквально через 2-3 секунды оглянулся, смотрю, его нет. И мне кто-то из мужчин говорит: сбежал. Я говорю: как, опять? Ну да. Они говорят: это уже третий раз. Ну и все засмеялись так тихонечко. Потом я вышел в коридор вообще и увидел знакомое лицо. Павел. Привет. Че, говорят, я смотрю. Я не подам тебе руки. А, ну не подожди, подожди. Что ты хотел? Спросить? Что спросить? Как успехи на работе? Отлично. Отдел Терра сформировали? Ну, нет еще, а что? А? Должны сформировать, что? Ну, по идее, да? Ну, я перевелся в другое место. Куда? Покруче немножко. Так же людей в психушку сдаете? Ну, тебя, наверное, сдали. Ты что? А? Тебя что, кто-то сдал, что ли? Что? А что, нет, что ли? Что нет, что ли? Незаконно сдали. Ну, тебя как, незаконно сдали, что ли? Незаконно. Почему незаконно? Потому что должны были сначала суд назначить признание меня недееспособным. Не сдали, это называется. А как? А это по... По что? По постановлению судейского. Какому? Нет, судейского постановления сдать мне психушку не было. Это постановление тебе давало. Вы исполнили приказ этого Луценко Дмитрия. Хорошо, молодец. Игорь Ильич, привет. Че, нечего сказать? Привет. Совесть не мучает? А? Дела. Павел. Руки я не распускал. Руки я не распускал. Павел, подскажи, а ты меня сейчас зачем руками трогал? Тебе места не хватало пройти? Ты зачем меня трогал руками? А зачем руками трогал? Тебе места мало было? Для вас, в чем дело? Нет, ты ко мне применяешь физическую силу? Я сейчас вас выявляю. На каком основании? Препятствуешь журналистской деятельности? Вы сейчас отвлекаете меня от работы. Препятствуешь журналистской деятельности? Сейчас меня отвлекаете от работы. Чем? Тем, что вы меня сейчас... Я осуществляю профессиональную журналистскую деятельность. Я с вами веду сейчас монолог. Что? Я с вами сейчас веду монолог. Монолог? У меня есть свои задачи здесь. Пожалуйста, понятно? Садитесь, я вас не отвлекаю. Видно, на коридор. Вот я стоял вот тут вот, и ко мне подошел Одиноченко Павел. Это опер отдела Т. Видео я уже выложил у себя на канале. В общем, Одиноченко Павел проходил мимо, ему показалось, что пространства для прохода мало, и он решил подтолкнуть меня под за локоть. Ну так, демонстративно. Руки я не распускал. Я до этого с ним разговаривал в коридоре. Он как-то избежал общения, ушел курить. Вот. И, видать, по возвращению он понял, что я его узнал. И, возможно, записывал на аудио. И он решил мне вот так вот это локтем подтолкнуть. Руки я не распускал. Когда проходил мимо, когда я там стоял. Вот. Я тут же взял, включил видеокамеру, начал его снимать. И он ко мне опять снова применил физическую силу. В его действиях присутствуют признаки совершенного преступления по статье 144. Часть 2 – это воспрепятствование журналистской деятельности с применением физической силы. И также он угрожал. Он говорил, что я вас сейчас отсюда выведу, вы мешаете моей работе, я при исполнении. Что-то такое. Ну, на видео посмотрите, там уже есть. В общем, если что-то случится, все претензии к Одиноченко Павлу. Руки я не распускал. Он прямо очень агрессивно был настроен. Все, дальше встреча с Комаровой. Сейчас будем задавать вопросы про лифты убийцы и про бабушкина, и с прокурором пообщаемся. После этого началось
что-то невероятное. Также была Чернова, это зам главврача психушки. Она сидела возле прохода, я проходил мимо, поздоровался с ней, она со мной поздоровалась. Я говорю, а вы еще что, главврачом не стали? Она говорит, нет. Она меня спрашивает, а вы что, хотите, чтобы я главврачом стала? Ну, я так с иронией сразу ей ответил, говорю, ни в коем случае. Ну, все поржали вокруг этого. Я поржал, они поржали. Культурно, вежливо пообщались. Никто не хамил, никто не грубил. Поюморили и разошлись. Все. Со всеми было культурное общение. Потом Новиков пришел, главврач психушки. Я его тоже примерно в том же месте спросил, это при всех, говорю. Ну, поздоровался с ним, он тоже поздоровался. Я говорю, что вы это, по-прежнему людей определяете психушку без определения суда? Ну, вот он просто улыбнулся и промолчал. Все. Ну, не идет на диалог. Ну, я дальше пошел. Нормально, культурно со всеми общались. Даже с так называемым народным депутатом, который представился замдиректора управляющей компании «Сервис-3», тоже с ним нормально пообщались. Выяснил, что у него нету статуса депутатского никакого. Никакого отношения к депутатам он не имеет. Пообщались, фамилию он отказался назвать. Ну, не идет на диалог. Все, пообщались нормально, культурно. Я дальше пошел. А вот Одиноченко Павел, Бабушкин и Кобозев, ну это вообще какие-то, сразу какой-то гоп-стоп начинается. Вообще не умеют культурно общаться, в принципе. Бабушкин, Кобозев, прокуроры, они это, начали что-то ходить из помещения в помещение, из коридора в коридор. Начали ко мне что-то интересоваться моими это, удостоверением. После того, как я им показал и удостоверение журналиста и инспектора, Бабушкин куда-то сходил, проконсультировался и подошел, говорит, типа, а вы не аккредитованы, типа, ну, на эту встречу. Нормально, да? Все это, снимают на телефоны, а журналисту, значит, это нельзя, потому что он не аккредитован. Ну, в общем, я с ним не стал разговаривать. В общем, он начал мне говорить, что, типа, предъявите вашу аккредитацию. Мне просто надоело его слушать. Я ему прям рукой показываю на его плечи. Говорю, вы знаете, говорю, у вас на плечах нету сейчас погон. Раньше он себя вел, как будто у него плечи были выше погон. То есть он свое личное мнение оставил, свои личные интересы какие-то выше погон. Который внешне по форсам городу приклеит, он по ориентировке подходит. Говорите. Ваша хочу, будет жена на кухне выполнять, понимаете? Понятно. Почему они прошли сюда недосмотренными? Что у него в сумке? Динамит у него там лежит, он сейчас взорвет нас всех, а мне сюда пенсии 3 года. Мне этот человек нужен. То сейчас у него погон нету, а он свои личные интересы все равно выше всяких моральных норм и культурного приличия ставит выше. И вы не можете мне что-то от меня требовать. Но он в гражданской одежде, в пиджаке был. Он уже не работает в полиции, а ведет себя так, как будто на нем погоны полковника. В общем, я развернулся и ушел. Ну, меня кто-то, то ли Кобозев, то ли Бабушкин, ну, в общем, дернули за сумку. Я даже не оборачивался это. Дальше пошел. А потом подошел Кобозев и прям так вплотную, ну, как это, какой-то гоп-стоп начался. Прям так подошел вплотную и говорит, мужик, ты, говорит, если не прекратишь, я тебя что-то выведу, там пошли, выйдем и все такое. Но я с ним тоже не стал разговаривать, развернулся просто и ушел. Депутат чего? В смысле, я не почитаю, трогайте руками. Я почитаю, я просто. Журналист? Журналист чего? Камчатский регион. А как интересует Камчатский регион? Инспектор общественного движения по борьбе с коррупцией. Да. Да. Это что за движение? Да. Это что такое? Можно посмотреть? Пожалуйста. Берите в руки, я разрешаю. Вот пресса. Вы извините, у меня дело. Отдайте, пожалуйста, брат. В интернете есть. Ну, несмотря на то, что вы не признаете законы российские, да? Кто вам сказал? Кто вам не говорил? Да? Да. А выписи не печати. А видеозапись есть? Есть. Предоставьте, пожалуйста. С какой стати? А? В интернете смотрели? Предоставьте, пожалуйста. Смотрите в интернете. Давайте. Дайте ссылку. Идите. Они все занервничали. Бабушкин приходил. Еще один мне приходил, угрожал, говорит, я тебя сейчас отсюда выведу. Еще раз меня трогал. Вот как вы только что делали. То есть рука прикладывает? Да? Нет, спасибо. Я сейчас попрошу обеспечить безопасность. Пусть все едут в
красное и белое, дорога разбита, без хозяина. Еще одно рукоприкладство. Мы договаривались с Вадим Николаевичем, что все без хозяина. Прямые эфиры я нашел на странице администрации Сургута и Югра. Все эфиры лагали, постоянно задержка трансляции, какие-то паузы непонятные. Такое ощущение, что была включена глушилка какая-то специальная, которая не позволяла проходить трафику. Все записи были... Я пробовал вести прямой эфир, у меня это, тут тоже эта запись лагала. Хотя сигнал там был максимальный. И при таких условиях обычно эфир бы вообще не лагал. Здесь же постоянные лагания шли, то есть задержки в вещании. Я просто предполагаю, что это... Вот тут почитайте, можете почитать комментарии, это просто идет блокада эфира. Ни одной нормальной записи с прошлого эфира, с прошлой встречи с губернатором я не нашел. Либо ноги снимает, либо запись лагает. То есть идет информационная блокада. Ну а далее короткий пример, буквально на 30 секунд. Это не я паузы вставил, это вот так запись идет. И она не то, что вот там 10 секунд нормально, а потом лагает, а потом опять нормально. Так все абсолютно записи вот такие, с постоянными лаганиями. Значит, Андрей Николаевич, Вадим Николаевич, все здесь, служба, которую вы назвали, вы, пожалуйста, в следующей неделе, как говорится, в течение 10 дней соберитесь, пожалуйста, с управляющими компаниями, вот, с сургутскими, контролируйте, пожалуйста, и пригласите общественный совет по ЖКХ, заинтересованных граждан, в соцсетях разместите объявление, и все это полочкам разложите и пойдете дальше. Таким образом, будет защищено. Пожалуйста, передавайте микрофон. Вам микрофон за ваши слова. Ну и оцените, как себя ведет Комарова. Она спокойно, вежливо разговаривает, тихо. Видать, была уставшая. Ну, как только начала со мной разговаривать, начала нервничать, повышать голос. Ну, и я так понял, у нее там уже была подготовлена группа поддержки, которые одновременно в один голос говорили одно и то же. Ага. Спасибо большое. Можно микрофон? Вы такой популярный, если правда? Ну, я не знаю, правда. По-моему, вас снимают. Нет, я представлюсь, Антон Николаевич Булгаков, заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион, инспектор общественного движения по борьбе с коррупцией, коррупции.нет, город Москва. Я на прошлой встрече задавал вам вопрос, да? Я помню, вы там стоите. По поводу общественной безопасности. Можете меня поздравить, дверь у меня теперь на месте. Но благодарствую я не вам, а народу, потому что народ скинулся и поставил мне дверь. Бабушки, дедушки, я не благодарствую. Первый вопрос у меня по поводу общественной безопасности снова. Дело в том, что полчаса назад я выложил на Ютубе два видео. На них четко видно, как там, возле той колонны, одиноченко Павел, это сотрудник отдела Т полиции, применяет ко мне физическую силу, угрожает и требует, угрожает меня вывести из здания. Я журналист, и это получается признаки преступления по статье 144 с применением физической силы и угроз. Через 5 минут вон мужчина сидит, стекло прямо за ним. То же самое, применил физическую силу, угрожал вывести, все есть на аудио, все есть на видео. Я от вас требую обеспечить безопасность. Прокурор здесь, пожалуйста, давайте, принимайте мои устные обращения. Факты применения физической силы налицо. 144-я статья, состав преступления есть. Я делаю устное обращение согласно закону 59 КЗ. Статья 4, пункт 2. Спасибо. Отлично. Уголовное дело будет возбуждено. Проверка в порядке ФК 144-145 будет проведена. Дело в том, что в прокуратуре и Следственном комитете находится стопка моих обращений высотой с моей ростом. Я не. А вы зачем ко мне обращаетесь? Потому что прокурор бездействует, понимаете, пачка высотой с моей ростом. Вы зачем ко мне обращаетесь?
чтобы дискредитировать ваше обращение или для чего? Нет, я не должное лицо. Я понимаю, но вы в прошлый раз обещали разобраться, если я вам напишу, правильно? Я направил обращение на 73 страницы. Давайте вернемся к нашему разговору. Сейчас что хотите? Во-первых, я требую юридической безопасности данного мероприятия, чтобы журналистам не применяли физическую силу и не угрожали. Еще раз спрашиваю, я покажу какой функционал. Я не знаю, есть охрана. Вы не знаете? Ваша служба безопасности. Я не знаю, как вам ответить еще. У каждого свои полномочия есть. Начальника полиции я не вижу. Кто охраняет порядок здесь общественного? Почему начальник полиции должен охранять общественный порядок? А кто? Закон, направили какие-то. Вы здесь уже присутствуете, здесь служба безопасности. Вы не претензии предъявляете. А вот одиночный добавил, ушел, а мужчина до сих пор здесь на месте. Вопрос губернатору, вы или человек? Да. Вопрос губернатору. Да, сейчас хорошо. Хорошо. В общем, я проблему отслужил, вы не хотите решать. Нет. Добро. Я пробежал, извините. А у вас есть вопросы, которые интересны населению, а не то, что вы не хотите пообщаться по поводу коррупции? Вы пытались это делать? Вот в прошлый раз... Можно вывести дома лошадь? Задайте, пожалуйста. Нет, вы послушайте. Скандал устраивает. А зачем вы голос повышаете? Я? Да? Я голос повышаю. Я голос повышаю. У меня лично создавайте. Ваша группа поддержит? Дайте мне, пожалуйста, 20 минут. Послушайте, давайте прекращайте. Молодой человек. Молодой человек, уступите даме меньше. Я имею право голоса. Я имею право. Вы высказали мнение. Вы высказали мнение. То есть, семья бабушкиных 24 человек будет продолжать работать. Четыре раза обращайтесь в правоохранительные органы. Обращался бы такая стопка с моей родиной. И продолжайте добиваться правды в правоохранительных органах, судах и так далее. Продолжайте. Будьте объяснительны. А уголовные дела будут возбуждаться, нет? Вы же хотите, чтобы закон работал, Андрей Иванович, присядьте. Вы хотите, чтобы закон работал. Что? Я с вами сейчас веду монолог. Монолог? У меня есть свои задачи. И заставляете, чтобы губернатор открывал уголовные дела. Вы тут же, наверное, следите за своими словами. Вы сейчас ровно это сказали. Я хочу, чтобы соблюдалась законность, поэтому вы, губернатор, откройте уголовное дело. Ну где логика в вашем мнении? Как не от вас? Вы только что кричали очень громко. Ну, пожалуйста, идите к прокурору. Здесь... Заняты были? Или болели? Антон Николаевич Булгаков, вы меня прекрасно знаете. Ну, пожалуйста, идите к прокурору. Здесь встреча с населением, люди задают вопросы. Есть вопрос к прокурору, запишите с него на прием. Спасибо вам большое за понимание. Вы пожалуйста, вас просили предоставить вам... Я вам написал. Очень хорошо. Я использую свой губернаторский статус. Направила ваше заявление со своей просьбой разобраться в вышестоящую прокурорскую структуру. Это все, что я могу для вас сделать в этом отношении. Во всех других случаях, как вот недавно молодой человек говорил, он говорил, что он молодой, включается административный ресурс, и вот предприниматели жаловались и задавливали все пожелания и так далее и тому подобное. Принимались незаконные решения за счет административного ресурса. Вы меня сейчас ровно в это положение пытаетесь поставить. Вот все, что я имею право сделать по закону в интересах гражданина, я предприняла. Спасибо большое за понимание. Прошу вас. Добрый вечер. Наталья Владимировна. Мы не зря встречаемся. Не представитесь? Выйдите? Нет, спасибо, я сам решу, когда мне выйти. До свидания. Вопрос не в этом. В ноябре мы выиграли конкурс достижений и выиграли четверку в Артеле. Но нам отказали в этом. Ты видела, какая группа поддержки? В том, что мы уже были в Крыму. Что вы хотели? Вот, подожди, вы выиграли, а я хочу...